O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mamlakatimizda yashab kelayotgan turli millat va elat vakillari o'rtasida do'stlik va totuvlikni yanada mustahkamlash maqsadida qo'mita va milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari ishtirokida respublika miqyosida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Я хочу сказать, что наше правительство, наше руководство страны во главе с нашим президентом Шавкатом Миромановичем Мирзиёевым делает все возможное для того, чтобы наше молодое поколение росло достойно. И все делалось для того, чтобы образование было у нас также достойным. Хочу сказать, сегодня мы здесь на этом празднике с тем, чтобы вместе, совместно педагогическим коллективом, вместе с учащимися, их родителями, наставниками, воспитанниками, которые закончили эту школу, чтобы достойно этот праздник сегодня здесь состоялся. У нас давние связи с этой школой. Хочу сказать, сегодня в Узбекистане у нас больше 800 школ с русским языком обучения. Но единственное то, что эта школа, она чисто русская школа, и мы, конечно, проводим вместе с этой школой много разных различных культурно-массовых мероприятий. Сегодня мы здесь в гостях. Мы тоже подготовились, тоже привезли сюда музыкальные поздравления, которые сегодня прозвучат на этой сцене. И я хочу сказать, что у этой школы очень большие давние традиции. У нас впереди, конечно, очень много задач, много интересных планов, которые, я думаю, тоже сбудутся. Хочу сказать, что наша конституция, она уникальна по своей сути. Это нет такой конституции в другой стране. Здесь у нас то, что прописано. Любой гражданин, это представитель, у нас единый народ. Нет различия по нациям, вероисповеданиям или единый народ Узбекистана, он является вне зависимости от какой-либо национальности. Мне всегда вспоминаются слова нашего великого узбекского поэта Абдулла Арипова, героя Узбекистана. Он писал, что «Максат бир булмаса, джан булмагаймыз, джан булсак бушимыз хан булмагаймыз». Vatan bir, oya bir, dostumuz birader, dünyada hiç kimden kan bulmagaymiz. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-modda. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkurining yuksak namunasidir. U hech kimga qaram bo'lmasdan erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Mustaqil taraqqiyot yillarida konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlari va huquqiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etish, O'zbekistonning xalqaro maydonda munosib o'rin egallashida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tantanali bayram O'zbekiston bo'ylab barcha o'quv dargohlari, tashkilot va muassasalarda keng nishonlanmoqda. Shu jumladan bugun o'zining 55 yillik yubileyini nishonlayotgan Yangi Hayot tumanidagi 2 sonli umumta'lim maktabida ham birinchi dars bosh qomusimizga bag'ishlandi. Ребят, сегодня мы с вами поговорим о Конституции. Празднование Дня Конституции, конечно, надо отметить, что 41-я статья Конституции Республики Узбекистан гласит о том, что каждый имеет право на образование. И государство гарантирует получение именно бесплатного образования каждого ребенка нашей страны. Школьное дело находится под надзором нашего государства. И правительством нашего государства создаются колоссальные условия для получения образования нашим деткам. Сегодня у нас отмечается также юбилей нашей школы 55-летия. И за последнее время мы можем отметить, что наша школа очень сильно, кардинально изменилась. У нас очень много изменений. Изменения в плане не только
внешнего вида школы, но и изменения в преподавании уроков. Также в нашей школе на уроках истории мы повышаем правовую грамотность среди учащихся, развиваем правовое воспитание среди них. Это говорит о том, что мы изучаем не только законы, установленные нашим государством, но также наши с вами права и обязанности, которые непосредственно наши дети должны знать, изучая школьные предметы на уроках. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40-chi moddasi har bir inson malakali tibbiy yordam olishiga huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 2-chi bo'lim. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. 9-chi bob. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar. Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 40-chi modda. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 41-chi moddasi har bir inson bepul ta'lim olish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 2-chi bo'lim. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. 9-chi bob. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar. Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 41-chi modda. Tumandagi 2-chi sonli umumta'lim maktabining 55 yillik yubiley tantanalari Bosh qomusimiz qabul qilingan kun munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram tantanalari bilan birga o'zgacha shukuhda, ko'ngillarga yorug'lik, dillarga quvonch ulashib, ezgulikka yo'g'rilgan holda ko'taringki kayfiyat bilan nishonlandi. Maktabning aql va inoq jamoasi xomiy tashkilotlar ko'magida fan kabinetlari, o'quv laboratoriyalarini nihoyatda did bilan jihozlagan. Наша школа была построена в кратчайшие сроки сразу после землетрясения 1966 года. И 27 ноября 1966 года наша школа приняла всех жертв землетрясения. Дружелюбно, радостно детям дали возможность учиться. Сегодня мы празднуем 55-летний юбилей. И хотелось бы отметить тот вклад, который вносит в развитие системы образования, прежде всего, президент нашей республики. Его 5 инициатив, я считаю, это очень большая находка для развития всего нашего общества. В нашей школе мы работаем по всем этим 5 инициативам. У нас развивается культура искусства, театральное мастерство. У нас большое внимание уделяется спорту. У нас огромное внимание уделяется читательской грамотности. Сегодня вы станете свидетелем всех этих наших направлений. Сегодня наша школа работает на развитие гармонично развитых личностей. В нашей школе на сегодняшний день работают 55 педагогов. Большое внимание уделяется также подготовке учащихся к поступлению в вузы. На сегодняшний день у нас 32% наших выпускников поступили в высшее учебное заведение. Обучаются учащиеся абсолютно всех национальностей. У нас есть большинство, это русские, узбеки, татары, но у нас есть и лезгины, у нас есть и изиды. Любая нация, которая у нас только есть в Узбекистане, у нас есть эти дети. И таджики, и туркмены, и казахи, и киргизы, это говоря про территорию. У нас есть и граждане Великобритании, у нас есть граждане России. Мы стараемся воспитывать их в духе нашего многонационального государства в рамках толерантности нашего правительства. Поэтому и каждый ребенок в нашей школе чувствует себя комфортно. Ни в коем случае мы не ущемляем его права, ни в коем случае не ущемляются его какие-то интересы. Более того, у нас особое внимание уделяется деткам из социально уязвимых слоев населения. То есть им предоставляется возможность получать больше образования. Они у нас привлекаются во все бесплатные секции, бесплатные кружки. Наблюдательный совет нашей школы организовывает очень большое количество выездов в горы, выездов на экстрим-базы, заинтересовывает их такими современными видами спорта, как фрисби,
кикбоксинг, у нас очень много спортивных секций стандартного направления, то есть волейбол, баскетбол, гандбол. У нас, наверное, единственная школа в районе, в которой имеется бадминтонная площадка. У нас построен воркаут для того, чтобы наши дети развивались всесторонне. Ха, милли талым хақыда гап кетсе, көпінші Олман яки Япония талым тізіміні мысал қыламыз. Хақиқаттан хам, бу икі диярда талым тізімі жуда пухталік білян ішлеп чықылген. Оқытучының абросы, Япон императорының абросы білян тенгләштірілген. Неге? Аввал хам, хазыр хам, өзбек зиялі ханадонларының көпчілігі балаларыны рус мәктәбләрге береді. Сәбәбі, рус мәктәбләрді талым беріш сифаты өзбек мәктәбләрге қарагенде анча баланд. Бұның сәбәбі немеде? Yoki rusiy zabon maktab o'qituvchilariga ko'proq maosh to'lanadimi? Yo'q. Maosh hamma maktab o'qituvchilariga bir xil tarzda moliyalashtirilgan. Ammo rus maktablarining o'qitish tizimi saviyasi ancha yuqori. Chunki rus maktablarining qishloq maktablardan afzalligi shahar yoki tuman markazlarida joylashgan. O'qish, o'qitish a'lo darajada. Isitish tizimlarida, elektr energiyasida uzilishlar yo'q. Maktab anjomlarini ko'z qorachiqdek asrab avaylaydi. Bugungi tadbirimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5 tashabbus doirasida o'tkazilgan 1-chi va 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi yo'nalishlari bo'yicha maktabimizda to'liq o'quvchilarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun barcha to'garaklar mavjud etilgan. Tashabbusning 1-chi yo'nalishi bo'yicha maktabimizda teatr, musiqa, san'at to'garaklari tashkil etilgan. 2-chi yo'nalish bo'yicha esa sport to'garagi bo'lib, bu sport to'garagida maktabimizning 6-ta yo'nalishi bo'yicha dzyudo, kickboxing, basketbol, futbol va shashka va shaxmat to'garaklari tashkil etilgan. 3-chi yo'nalish bo'yicha esa maktabimizda binosida joylashgan o'qish jarayonlari bo'yicha kutubxona tashkil etilgan. Tashabbusning 4-chi va 5-chi yo'nalish bo'yicha esa maktabimizda informatika xonalari, ya'ni o'quvchilarning bo'sh vaqtini termazmunli o'tkazish maqsadida informatika xonalari, ya'ni kompyuter uskunalari joylashtirilgan. 5-chi yo'nalish bo'yicha esa maktabimizda qizlarning bo'sh vaqtlarini termazmunli, ya'ni keyingi yangi hayotlarda qiynalmasliklari uchun ularni bevosita turli xil milliy taomlar, pishiriqlar pishirish yo'nalishi bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Bizning maktabimizda ham Konstitutsiya baxtimiz poydevori mavzusida katta tadbir uyushtirmoqda. Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi kunda yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzabroq ekanligini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi. Shu bois prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berildi. Я часто прихожу в нашу библиотеку школьную и могу сказать то, что в ней очень много разных и интересных книг. Одна из очень интересных книг, которую я прочитала в библиотеке, это Достоевский «Преступление и наказание». В течение всего рассказа стоит вопрос, правильно ли поступил главный герой Раскольников? Он убил во благо. И каждый из нас раздумывает, правильно ли он поступил или нет. Также и мы должны сами судить свои поступки. Еще одну книгу я прочитала Дейла Карнеги. Как заводить и общаться с людьми. В наше время это очень важная черта и характер, и она везде пригождается. Если вы умеете говорить на камеру, общаться с людьми, вам будет легче жить. Больше читайте. İkinci məktəbimizdə mənə təlim boyunca fizikulturadan mən dərs verəməm. Yəni, qoşumca keşqurunları, bollarını tərbiyələş, bunlarını cismani küşlük qılış üçün həm imkaniyyətlərini qıldık. Kickboxing örgətəmiz bolləgə, judo bor, akrobatika bor, şülərini həmməsini mənə bollə bilən tərbiyələb, bunlarını oliy dərəcədə təyirləyimiz. Mənə müsabakalı buldu yaqında. Mega sport birinchiligidə kəlisdə bugən müsabakədə 10-ta şagirdlərimiz qatnaşıb, ulədən 2-ta birinci orın, 3-ta ikinci orın, 5-ta üçüncü orını alışdı. Şu bilən mənə nəticəmizdə kursətdik. Hazır mənə olimpiyada kirgən kickboxing, bollərini tərləyəmiz,
Олимпиадаға шығыш үшін ниет қойғанбыз. Мына стадионларды құрып берісті, футбол майданы, жүде чырайлы қылып берісі, жүгіретіген легкі атлетикаға имкониятлар, волейбол, баскетбол, хәмі шарайтлар мына бізге қып берді. Мына енді хәміміз болла хурсан, болла хәмісі қызықады. Хәмі келеді, бізі хәмісі білен етбар беріп, хәмісі білен ішлейміз. Бешті ташабысы, ікінші ташабысыны мына біз қолап, хәмісіні шұғыланып үйіріміз. Faqat ishlash kerak bolalar bilan. Shu bolalarni tilini topib, ularni jalb qilib, ular bilan ishlash kerak. Tarbiya berib, to'g'ri yo'lda yuradigan, davlatimizga xizmat qiladigan bolalarni tarbiyalaymiz. Ha, maktab jamoasi 55 yillik yubiley tantanalari yuqori saviyada o'tkazilishi uchun juda katta tayyorgarlik ko'rgan. Ota-onalar va xomiy tashkilotlar bilan hamkorlikda 5 ta tashabbus doirasida turli xil ko'rik tanlovlar, sport musobaqalari, konsert dasturlari va maktab tarixiga oid ko'rgazmali chiqishlar tayyorlashgan. Я в этой школе работаю 40 лет. Пришла я сюда по окончании университета и преподавала русский язык и литературу. Через несколько лет я прошла курсы переподготовки и начала преподавать в начальной школе. Сейчас я беру детей с первого класса и довожу их до 11 класса. Преподаю в началке все предметы, а начиная с пятого класса русский язык и литературу. Работу свою очень люблю. В этой школе создаются все условия для того, чтобы дети получали прочные знания, всесторонне развивались. В нашей школе работает очень много кружков, кружков бесплатных, где дети могут заняться спортом, могут заняться вокалом, рисованием. То есть найти любимое дело по своему желанию. Наша школа работает по пяти направлениям, пяти инициатив. Вот сегодняшняя выставка – это как раз пятая инициатива творчества наших детей. Я хочу поздравить нашу школу с таким крупным юбилеем. 55 лет – это достаточно большая дата, к которой мы очень серьезно готовились. И коллектив учителей, и родители – и дети все приложили огромные усилия для того, чтобы провести сегодняшнее торжество. Mamlakatimiz prezidentining Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqida O'zbekistonning eng ulkan boyligi turli millat va elatlar, diniy konfessiyalar vakillari o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik, o'zaro hurmat, hamjihatlikda deb ta'kidlaganlari bejiz emas. Binobarin, yangi uyg'onish 3-chi renessans davriga poydevor qo'yayotgan xalqimiz mamlakatimizdagi tinchlik va farovonlikning qadrini bebaho deb biladi. Zero vatanimiz ravnaqi mo'jazgina maktabda o'qib o'rganayotgan, ertasidan umidvor mana shu bolalar qo'lida.